Так, ну что у нас? Очередная игра до 100 рублей. Подробные подсказки. Что за персики? Ой, тогда рано пока. Так, как бы начало? Короче, понятно. Вначале лишь была одна голая планета. Стёп, уйди! Стёпа, я играю. Ты проснулся. Это она, твоя поверхность сухая и бесплодна. Она безжизненна. Приблизь и отдали камеру. Ой. Ой. Ой, моя планета. Дальше. Чего я создал? Ой. Используя своих гигантов, ваша цель поддерживать жизнь на этой земле вечно. Легко вверх вниз. Миссия. Нажмите.
ничего не понимаю. Это перемещаться. А, это там. Миссия. Нажмите X на приказ переместить. А, навстречу друг другу, понятно. А, где? Все. Сейчас они встретятся. Ты идешь, друг? Да. Знаешь, как промотать-то? Ускорить время.
Завершить в первую эру. А ачивок нет, что ли? Нету. Есть. Есть. Фу. Да, здесь. Учебные сценарии. Завершить 8 разработок. Ничего себе тут. Вторая эра.
Сколько еды используется. Это просто Википедия какая-то. Восстанавливается обилка. Thank you.
И чё? Ничего. Их еще с едой.
Чё без звука? Просто не слышно. Не знаю. Понял. Сейчас мы объединим их. Специализация.
Как же долго он идет.
меня сейчас не получится, я не знаю, что делать.
идти спать. Thank you.
Thank you.
Идиот.
Да, уже все. Сейчас будет аллилуйя. Растет 4 10 еды, сейчас она наберет 6. Разобрался, это построится святыня. Ох, ёпрос это. Это кто еще?
водный гигант для создания болот. Создать болото. Спать. Ничего не понимаю.
Где наша цель? Давай, одна еда. Ну какого? Thank you.
чтобы того и того 50 было. Завершить эру с пустыми. Не, пошел спать. Все ясно.
простая.
это осилим. Ладно. Вот такая вот игра. Сохранилась.